Танец отражает национальный характер. Грузинский танец – темпераментный и мужественный, и одновременно благородный и сдержанный. Многое зависит от региона, где он родился, рассказывает руководитель ансамбля Нино Сухишвили. На равнинах танцуют плавно и спокойно, у народа с гор движения резкие, танцы воинственные. В знаменитых плясках с кинжалами и саблями точность и красота движений доведена до совершенства. У нас тренировки каждый день, репетиции, мы работаем ежедневно. Даже когда мы на гастроли перед концертом, за 2-3 часа у нас репетиция. И вы знаете, эти трудные движения, они, конечно, сложные, но нужна специальная подготовка, выносливость, тренировки. И вы знаете, настолько танец грузинский осложнился за последние годы. Нино Сухишвили вместе с братом Илико, нынешние руководители национального балета Грузии, внуки тех самых Нино и Илико Сухишвили, что основали этот коллектив в 1945 году. Мы сохраняем все эти традиции, которые вот изначально основатели нашего ансамбля заложили в него. Это стиль работы, это отношение между танцорами, старшее поколение, как относится к молодому поколению. Нынешний тур дважды юбилейный – 60 лет со дня основания и 100 лет со дня рождения Нино Сухишвили. В Украине балет выступает в 26 городах, после чего отправляется на гастроли в Италию и США. Не приходится сомневаться, что в очередной раз грузинских танцоров там ждет шумный успех.